ночью вороницу брит. Название мы разрабатывали вместе с Игорем, только Игорь болеет, и вот этот он бы рассказал. Но это был просто сначала набор каких-то слов. Мы хотели сначала какую-то аббревиатуру придумать, а потом как-то с вами на кафедру шли, перебирали тупые названия. Получилось как-то индобиз, что обозначает типа в такт, да. Ну, если переводить. Ну и как-то, да, я сейчас скажу, неплохо. И сокращение было крутое. Да, сокращение кайфово. Вот так военка, она военка развивает творчество человеческое. Да. Ну, она пришла чисто случайно, но получилось так, что ей понравилось. Да, потом было очень много людей, потом я случайно выцепил Диану, узнал, что она супер круто читает рэп. На самом деле у нас было очень много людей, но сейчас как бы постоянный состав. Да. Ну, кроме одного Игоря, нет, Игорь поверит. Занимаемся мы пока что особо ничем, кроме того, что делаем каверы на разные песни. Каверы битбокс плюс вокал. Это на самом деле круто смотрится. Ну, моя мама говорит, что это круто. Наша мама говорит, что в принципе это круто. Мама почти не посоветует. Мы с Дианой надеемся, что когда-нибудь мы научимся битбоксить нормально. Не, ну я учу, я стараюсь. Честное слово. How do I say that I need to move on? You know we have been separated. Мы группа Indobiz 4 апреля, приходите. Мы раскачаем зал, вас тоже. Надеемся, что вы придете и поддержите нас. Нам-то, я думаю, что вам понравится. Да. Самое главное, приходите, будет круто. Да, все-таки там битбокс, а мало кто битбокс. Да. Мы битбокс, мы поем, это вообще клево. Хочу быть true to myself, and it feels like... Нормально, да, типа там нормально долбит, потом это было там долбобитс, бутитис. Мы не знали об этом, честно. Потом получилось как-то индобитс.